Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. В этом видео расскажу о 5 легких способах, как добыть огонь без спичек и зажигалки. Суровый выживальщик должен быть готов ко всему, особенно к тому, что в самый неподходящий момент, например, в лесу, спички окажутся промокшими, а зажигалка без вести пропавшей. И что же теперь, бегать, прыгать, чтобы теплее стало? А если пожрать захочется? Ну уж нет, нам нужен костер, срочно. Смотрите до конца, ведь там я расскажу вам один необычный способ разведения огня без спичек и зажигалки. Итак, поехали. Поработаем руками, самый древний метод добычи огня. Ищем поблизости всякого рода труху, щепки и высохшую траву. Если у вас где-то завалялась газетная бумага, будет замечательно. Все это хозяйство мы должны сложить на том месте, где у нас будет находиться очаг, и придать заготовке форму гнезда. Кстати, заранее отломите от какого-нибудь дерева кусок коры, она нам пригодится чуть позже. Далее нам необходимо найти дощечку или тонкий кусок дерева, где необходимо ножом или любым другим острым предметом проделать небольшое углубление для сверла. Какое такое сверло, спросите вы, верно? Да обычная сухая палочка, конец которой мы вставим в то самое углубление. А теперь достаем кусочек коры, о котором я говорил ранее. Его нужно положить под дощечку в том месте, где вы проделали углубление. Ну что ж, все готово. Осталась самая малость – добыть огонь. Зажимаем сверло ладонями и начинаем быстро крутить его, при этом вжимая палочку в дощечку. Немного усердия, и скоро вы увидите вместе трения тлеющую золу. Ее нужно будет переложить на кору, которую в свою очередь осторожно положить в гнездо. Нежно дуем на золу, пока ваш костерок не разгорится. Постепенно можно подкладывать все более крупные ветки. Способ второй. Добываем огонь с помощью линзы. Для этого способа, как несложно догадаться, нам понадобится лупа или любая собирающая линза. Можно смастерить из очков, если склеить стекла внутренними сторонами. Важно сказать, что этот метод будет работать только если на небе яркое солнце. В общем, находим сухую траву, кору и веточки, и из всего этого счастья мастерим уже знакомое нам по первому способу гнездо. Теперь берем линзу и наклоняем ее таким образом, чтобы на сухой траве образовался световой пучок. Это такое маленькое пятнышко. Главное, чтобы этот самый пучок был размером с точку, тогда первый дымок пойдет быстрее. Не переживайте, если разжечь огонь не получится сразу. Попробуйте подержать линзу под разными углами, и тогда у вас точно все будет как надо. Когда начнет разгораться, осторожно раздуйте ваш очаг и подкладывайте веточки. Способ номер три. Если в вашем рюкзаке завалялась заряженная батарейка и жвачка, то развести костер не составит труда. Подойдет даже батарея от смартфона, без разницы. Подготовительный этап нам уже известен. Делаем гнездо из сухих веток, коры и растений, заранее готовим хворост, чтобы поддерживать огонь, и приступаем к делу. Зачем же нам жвачка, спросите вы? Нет, сама жвачка нам не нужна, нам нужна упаковка от нее. Зачастую она состоит из фольги, но если у вас есть, например, упаковка шоколада, то вообще замечательно. Там фольга в чистом виде. Нам нужно нарвать фольгу на не слишком широкие и не слишком узкие полоски, а ее края прижать к полюсам батарейки. Проходя по фольге, электрический ток через несколько секунд ее воспламенит. Не волнуйтесь, не батарейку, а именно фольгу. И в это время вам нужно успеть переложить ее в заготовленное гнездо, слегка раздувая. Если все сделали быстро и правильно, то считайте, костер готов. Следующий способ добычи огня — при помощи презерватива. Что уж говорить, презерватив — штука важная и нужная, а главное — многофункциональная. Если у вас есть с собой пачка презерватива и вам необходимо развести огонь, то можете смело ее доставать. Здесь мы по сути используем ту же линзу, но если лупы у вас нет, то данный способ для вас. Для того, чтобы развести огонь этим методом, нам необходимо яркое солнце. Презерватив нужно наполнить водой и так же, как в случае с увеличительным стеклом, держать напротив гнезда с сухим веточками и корой. Вновь ловим точку, то есть световой пучок, и ждем, пока наша заготовка не начнет дымиться. В общем-то все. Дальше осторожно, чтобы не затушить, раздуваем огонь и подкладываем хворост. Костер готов. И, наконец, необычный способ разведения огня для самых любопытных. Довольно своеобразный метод, которым вы вряд ли когда-то воспользуетесь, но который однозначно достоин вашего внимания. Для него нам потребуется металлическая ложка, туалетная бумага и наше любимое яркое солнце. Отрываем сантиметров 30 туалетной бумаги и скручиваем ее в плотный жгутик. Он должен получиться 3 или 4 мм в диаметре. Теперь было бы неплохо найти немного сажи, она может быть на походном чайнике. Сажей желательно натереть
нагреть край жгутика, чтобы он лучше впитывал тепло. Можно обойтись и без нее, просто с сажей вы потратите меньше времени на розжиг. Итак, у нас есть жгутик из туалетной бумаги, металлическая ложка и яркое солнце. Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо впалой стороной ложки поймать уже знакомый нам пучок света. Он должен быть собран в одной точке и отражаться от металла на кончик жгутика с сажей. Через пару минут, да, придется потерпеть, у вас появится уголек, которым можно будет поджечь хворост. Этот способ разведения огня несложный, но он скорее подойдет для того, чтобы позабавить друзей или похвастаться перед подругой. Развести им костер будет несколько проблематично, хотя кто его знает, с чем вы можете столкнуться в жизни. Возможно, у вас останется последний презерватив, и тратить его на костер вы сочтете нецелесообразным. Тогда ложка и туалетная бумага – ваше спасение. Или же можно воспользоваться другими способами, которые были изложены ранее. А вам приходилось когда-нибудь разводить костер одним из этих способов? Расскажите нам в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.